Срочные новости продолжают поступать из итальянской Болоньи. По последним данным, в результате взрыва рядом с аэропортом один человек погиб, почти 60 пострадали. Причиной ЧП предположительно стала авария с участием бензовоза. После серьезного столкновения грузовик, перевозивший топливо, загорелся. Пламя перекинулось на припаркованные рядом автомобили, которые начали взрываться один за другим. Осколки разлетались на сотни метров. В результате были ранены несколько прохожих. Огнем повредило даже мост, на котором случилась авария. Сейчас на месте происшествия по-прежнему работают экстренные службы. Черный столб дыма виден из любой точки города. Однако сообщается, что на работе воздушной гавани последствия взрыва никак не отразятся. Самолет отправляется и прибывает по расписанию.